Что может быть лучше каши на завтрак? Однако у каждой крупы есть свои хитрости варки. Некоторые лучше замочить на ночь, а другие кипятить всего пару минут. Сегодня мы раскроем секреты вкусных каш из популярных круп. Чтобы получилась наваристая и нежная рисовая молочная каша, доведите до кипения литр молока. Добавьте соль, сахар по вкусу, а затем всыпьте стакан промытого круглого риса. Варите 2-3 минуты, затем снимите с огня и укутайте. Через 30 минут каша готова. Гречневую крупу можно замачивать на ночь, а утром достаточно сменить воду, промыть и довести до кипения. Классический же рецепт варки гречневой крупы без замачивания такой. Нужно взять одну часть гречки и две части воды, довести до кипения, снять с огня и укутать на 15 минут. Ошибочно полагать, что манную крупу следует добавлять в кипящее молоко. Каша получится вкуснее и без комочков, если залить 4 столовые ложки манки литром молока и, помешивая, вскипятить. Через 2 минуты кастрюлю снять с огня, накрыть крышкой и оставить на 20 минут. Овсяные хлопья получатся нежнее и вкуснее, если приготовить их вечером и оставить до завтрака. На 8 столовых ложек хлопьев нужно взять литр молока, довести до кипения, снять с огня и укутать. А утром кашу подогреть. Просто и очень вкусно. Приятного аппетита!